Казахгаз предпринимает меры по увеличению ресурсной базы газа. Об этом на Facebook сообщил глава национальной компании. Это одна из стратегических задач компании, отметил Санжар Жаркешев. Поэтому новая команда под его руководством приняла ряд антикризисных мер. Казахгаз решили создать новое подразделение и активно вовлекать в геологоразведку отечественных и зарубежных инвесторов. В Казахстане идет активная газификация. Спрос на голубое топливо может увеличиться. Для удовлетворения растущей потребности в товарном газе на внутреннем рынке в национальной компании «Казахгаз» приняли ряд мер. Так, акционерное общество решило создать новое подразделение, которое будет работать над увеличением ресурсной базы газа. В рамках исполнения поручения президента по увеличению ресурсной базы Казахстана мы на базе существующей компании «Амангельдегаз» в группе компании «Казахгаз» создали разведка и добыча «Казахгаз». Эта компания будет заниматься именно увеличением ресурсной базы. Используя наше приоритетное право, «Казахгаз» планирует получить до 10 новых лицензий на геологоразведку и разработку новых месторождений. Сегодня газовая отрасль переживает большой ренессанс, отмечает глава национальной компании. По словам Санжара Жаркешева, сфера становится более рентабельной и привлекательной для отечественных инвесторов. Идет реформа именно ценообразования, социально справедливого ценообразования. Для национальной компании «Казахгаз» становится приоритетом получить эти лицензии, используя приоритетное право, пригласить казахстанских, а также зарубежных инвесторов для именно разработки этих газовых месторождений. Новая компания «Казахгаз» разведка и добыча создана на базе ТУ «Амангельдегаз» и обеспечивает рабочими местами около 160 человек. Большая часть из них трудится вахтовым методом. В планах компании увеличивать ресурсную базу за счет геологоразведки и вхождения в проекты недропользования. Динара Нургалиева, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.